дорогие друзья, мы играем в игру «Дуэт выживания 3-2 на двоих» или же вторая часть «Последний из выживших». Первый уровень, ну тут легко. Правда, мы это уже проходили. Есть одно, но он не может убивать зомбарей дубинкой. Я хочу быть женщиной, а не мужчиной. Почему? Но мне уже надоело, он такой гигантский и толстопузый. Да нет, просто он сильный. Ага, сильный. Это его дочь, между прочим. В чем его сила? A dangerous virus is turning people into zombies. It seems one scientist has managed to create a cure. His daughter and I are looking for the medicine, but could this be the end? Get in. We need to get out of here. Видишь, какой он сильный? Аспорт. А, понял. Ты звездочка, поди. Что это такой толстый, жирный поезд пассажир? Толстый, жирный поезд пассажир. Да ты не толстый. Интересно, зачем тут эта телега? Это мусорный бак. Я называю это телегой все равно. Я пошел пока. Так, еще раз. Все, теперь еще раз. Еще раз. Еще раз. Сейчас. Почему я бутылками, а не камнями бросаюсь? Я, наверное, буду, что надо вставать на друг друга, наверное. А не. На свой ящичек. Такое чувство, как будто кого-то бьют. Ты без меня. Конечно, в ней вода. Вопрос. А у тебя в руках камушки. Вот именно.
палкой. Но ты не можешь. Но я умею. Вот именно. А я не умею. Ты сначала на эту кнопку нажми. А сейчас все поднимется. Ой. Жаль, тут нельзя двойной прыжок, да? Так, тебе туда нельзя. Давай быстрее. Не увеличилась. Именно что она не увеличилась, чтобы нас затопить. Почему у тебя она не может? А потом... Пустите нас. Дай мне... Зомби, вирус. Они нас тут заперли. Козявки. Немножко неудобно. Дай. Да не пей ты меня! Можешь этой палкой меня ударить. Вообще, мне будет наплевать. Так это уже задолбало. Так, давай. О, я поймал бутылочку. Сюда идти. Чтобы, давай. Вот это вот шестеренка. А шестеренка твоя задача. Да, я знаю. Да. Я знаю как. Встаю вот сюда. Встаю вот туда. Подожди ты. Теперь наоборот. Отойди же ты. О. И... Давай! Так, теперь вот сюда иди, ты не думай. Вот, да господи, ты сюда. Вот сюда иди, Рататуй. Я не Рататуй, это ты. Посмотрим, попробуй ее убить. Помогите, не могу допрыгнуть. А я сразу так думаю. Нет. Так, теперь... Наоборот. Давай попробуй на меня запрыгнуть. Так. Теперь весь уровень заново проходить. Поздравляю. Нет, почему? Ты можешь на эту красную кнопку нажать, потом я на эту кнопку.
палкой перестали махаться. А теперь сюда иди, разберемся по-человечески. Ты молчи-то, я ж твоя дочь по описанию. Да хоть блин, жена, давай. Я твоя дочь по описанию, я сказала. Описание. Приятной поездки, Рататуф. Так. Купаться! Вот что произойдет. Я, может быть, жрать хочу. Помогите. Попробуй. Как? До сих пор. Вот знаю и не понимаю. Помогу, спасибо. Почему ты так неуверенно прыгаешь, блин? О, нормально. Ась, спор. Куда тебе сюда? Так, давай, стреляй. Ась, спор. Я вообще по барабану? Спасибо. Сквозь меня пришли. Так, теперь ко мне пердухай. Как? Так, теперь вот сюда вот теперь вот так вот как-то. Так, теперь я должен. Я понял, короче. Все, это моя личная комната. Правда, очень тесная. Я не люблю замкнутые помещения. Мне кажется. Нет, я не люблю честные помещения, потому что может обвалить. Куда? Дай мне на тебя прыгнуть. Мы, кстати, в канализации сейчас. Пердок. Давай быстрее. Я Вот сейчас. А, помнишь его? Хоть пупу. Этого раздолбая. А, да, забыл. Надо ты еще. Должен уйти. Надо. У тебя большие мозги. Ага. Блин, я не знаю, перевод. Пойдется, что это робот на тебя. Хрен, блин! Нет, ты видел? Он на меня чуть не дотронулся. Вот, если б тебя убить... Так, теперь... Кстати... Да, господи, передохнусь от меня. И что теперь делать? Да, блин, там не... А, понял. Стой там! Стой вот тут. Сейчас, стой! Стой. Да, Палик, да нормально. Сейчас, стой тут. Только не прыгай, хорошо? Ай, спорт. А как ты узнал, что так можно сделать? А я это вообще не знал. Теперь знаешь. Что
дерево может сломать камень. Вот и... Что-то такое тяжелое, а? Не знаю. Может, там взрывчатка? Электрострофобик. Ооо! Я вижу, он для меня... Леха! Не видишь? Я позеленела. Ладно. Ай, блин, жри. Да господи, ты задрал. Ты дебил. Хватит блин. Не видишь, бутылочки висят. А вот он. Убью. Ну давай. Вот пердуха сейчас. Зомби отойдет вот сюда. Я перепрыгну его и сюда. Потом ты вот так вот. И я это сломаешь камень. Ну, собака сутулая. Не можешь ты меня достать? Водки не хочешь? Давай вместе попьем. Водку. Давай освобождай меня отсюда, бухать надоело. Я сам. Бухаем, бухаем, надоело. У него скорость. Дай. Тихо, тут нас тут нету. Я знаю. Да выпусти меня, да, ради бога. Мне на голову становись. Все, пошли. Трапы. Вот меня интересует, почему зомби нельзя убить. И почему тут только эти гиганты? Ведь есть и маленькие. Наверное, качков одних в этом городе поубивали. Точнее, позаражали. А вот это вот, помнишь? Опять этот молокосос. Мы есть еще другие игры с этой штукой. А как мы? Вот у меня такой же вопрос. А, я знаю. Быстрее на свой рот. Что ты его открываешь, собака? Музыка. А, окей. А я уж боялся, что ты в воде того. Так, теперь подохайся. Я возьму. Тихо. Все. А как он меня взял? Это он меня насиловал! Ой! Заново! Зачем? Я эту хрень не взял. А, ну заново так заново. Это не хрень, это шестеренка. Потом мы на ней что-нибудь сделаем. Тебе они нужны для работы. Типа монет. Да, типа звезд. Little Key, маленький ключ. Так это карта. Желтые. И что дальше? А дальше тухит. Жри свою водку. Ах, давно я не лакомился этой вкусной водичкой. Если это может ее вкусно. Теперь ко мне. Стой! Сначала ты должен. Так, я все. Куда пошла? Подразнишь его? Давай. Давай. Да, господи, нажимай. А я попробую.
дальше. А зачем ты меня подстраховал? Как? Я на тебя встала. Ю-ху! Водочка. Водка, водка, водочка. Пиво, 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 водочка. Плывет по морю водочка. Мы это проходили, кажись. Привет! Если ты его поцелуешь, это так. Бля. Я уже поцеловала. Ах ты ж. Я мужик. Жри свои бутылочки. Пьяный. Мальканский абстракт. Все, это моя комната. Не беспокоить. Можешь встать на бутылку? Ой, фу. Все, это моя комната. Все, больше тебе в этой комнате в жизни. Ой, блин, куда-то за мной пивит. Все, можешь идти. Сейчас, сейчас. Это было пипец страшно. Походу у нас в городе миллионы без миллиарды близнецов. Запердохаешься вниз. Только мы звездочку взять забыли. А ты возьмешь. А может быть и нет. Я здесь... сейчас в личной комнатке посижу. Ты уже задал. Водочку попью. Ты меня чуть не задушил. Водочку. Защемил. Все, я в единственной комнате водку пью. Ладно, лимонад. Только я помню, что камни издавали звук, а бутылки они ничего не издают. Они издают. Шипение лимонада. Купаться! Дебил! Я всегда любил купаться, только я всегда плавать не умею. Сейчас ты сдохнешь, нахрен. Слушай, тебе ничего не кажется? Что-то кажется. Я кину вот сюда, вода уменьшится, я пойду, все это за... Я думал, ты сейчас меня в воду скинул.
стой. Да ты чё? Я промахиваюсь, дай мне прицелиться. Всё. Я же говорил. Давай, я рухаюсь. Стой, нет, не туда, назад. Вот, я должен вот эту вот забрать, и вот эту всё. Ах. Хорошо быть балериной. Не прыгай туда. Слушай, а мне интересно, что будет... Не надо! А, вот какой глубины эта штука, понятно. Я просто посмотрел глубину, не беспокойся. Я думал, там глубоко. Помнишь, когда ты упал? Я вообще не возвращался. Вот именно. Ю-ху! Купаться! А мне там можно купаться. О, слизь. Где слизь? Так это же эта хрень. Давай. Ра-та-туй. Давай. Попей со мной водочки. О, как еще можно. Все. Сейчас, стой. Ты дебил. Амогус. Мне интересно, что будет, если я запердохаюсь туда. Я тебя запердохаю. Не верю. Такая одна шестеренка. Кстати, ты заметил, что сейчас не видно, что у меня эта штука. Сейчас она появляется. Купаться! А я не полезаю. Почему? Да сам не знаю. Пердохайся на меня, пердохайся опять туда. Заткнись. Ну все уже. Пусть вода будет наливаться. Все вечные. Да блин, да я. Давай. Пошел, чебурек. Давай назад! Все, это ты можешь до сюда допрыгнуть. Давай, прыгай! Серьезно? Сейчас попробую. Стой! Дай мне! Дай мне попробовать. Давай! Какая я тебе трахалка! О! Чего я тебя бросил? Эй! Давай, чего трахалка. Господи, тебе надо на рычажок нажать, Петр. Есть идея, как мне нажать, чтобы не нажать? Нет, вообще не понятно. Да, вот, смотри. Я же говорил, есть идея, как мне нажать, чтобы не нажать. Несколько секунд, и я...
утопиться спокойно. Ведь мне никто не мешает. Кстати, вот тут вот я должен к тебе прыгнуть, помочь тебе. Нет, ты должен прикинуть мне коробочку. Я должен к тебе прыгнуть. Коробку должен кинуть. Стой, стой, стой тут! Стой тут, иначе не кину коробку. Господи, ушел с этого водоканала. Здорово, Игорь! Не, Игорь, по-моему, нас вообще не слышит. Он поглухел. О, здрасте. Сюда? Он глухой падлость. Конечно, он падлость. Зомби, то есть. Игорюнчик. Ничего себе, у него башка, блин. Да ё-моё, давай быстрее. Давай быстрее, Игорь. Это нам еще 4 левела осталось и бонус. Так, теперь ты думаешь, я это сломаю? Попробуй хотя бы. Ну, ты пытался. Так, теперь не выпусти меня отсюда. Я шел! Мига! Куда он идет? Ты должен меня впустить. Вот. Вот. Все, пусто. Должен пернуться. Кстати, ты заметил, что всякие расщелины мой личный кабинет, а твой личный кабинет это как бы вода. Смотрим. Вердохуй. Игорюнчик, не тоскуй, жопка. Игорь, жопчик. Личный кабинет сейчас будет, туда не пернуться. Меня понял? Все меня! А потом пердохай эту тварь. Так, давай! Сейчас, пусть он... Не прыгай, пожалуйста. Ну, в воду так, падай. Все, все, больше, больше не прыгай. Если он в воду упадет, то он спокойно. Да блин, да еще раз. Все, давай. Спасибо. Конечно, мы же в канализацию попали. Игорюнчик. Жопа, попа, попа, попа. Игорюнчик охраняется. Пусть он...
что-то на кнопочку нажал. Иди уже давай к нему. Это моя работа. Освободите меня. Вторая шестеренка тут, третья тут, третья тут, четвертая тут. Давай уходим. Шестеренка. И к тому же, стой. Ты сначала... Стоп. А как мне туда забраться? Просто нас же... Сначала я... Просто... Вот смотри. Да ты чё, Валик, не прыгай! Вот туда отойди! Потому что если я на тебя прыгну, тогда ничего не произойдет. А как дальше? Может наоборот? А, ну мне на кнопочку надо нажать, а мне на кнопочку надо нажать. Стой! Как ты это сделал? Ты меня потопал. Женщина. Я не женщина, я твоя дочка. И мы последние оказались из выживших. Жаль, других нету. А может быть и есть. Все мы... зомби запишут. Хотя, нет, есть выжившие. Помнишь того доктора из третьей части? Понял? Еще выжившие остались. Кроме нас, конечно. У меня один вопросик. Почему тут какая-то свалка, блин? Джимайсон, скажи перхоти, где наши деньги? Джимайсон, скажи перхоти, где наши бабушки? А! Я перепрыгнула тоже сам. Жми! А что мне с этой фигней делать? Не забудь, ты должен вот сюда упасть, чтобы звездочку взять и подняться. Давай. А я все вот это... так вот, потом на этой. А я не буду тебе помогать, ты должен сам все это сделать. Все, поднимайся. Господи, ты помоги же ты мне. Интересно, муж, отец встает на дочку. Как она выдержала? Так у нас сейчас приехал на этой воды. Все, этот, стоп, это тот или нет? Ух ты. Слушай, это предпоследний реально. Все, давай. Что давай, надо? Даю. Жопу. Теперь ты сидишь. Иди. Стой, мне надо вот этого взять. И... Петя, давай первую попытку. Давай. Вода, блин, наполняется. Не бойся. Сейчас не буду. Сейчас. Пусть она сначала идет. Вставай на кнопочку там, чтоб я вот так вот, а то я не могу. Раз, два, три. Давай переменяй! Так, прыгай! Пока, водичка. Посмотрим, да куда она бы дополнилась.
вот до сюда, поэтому мне бы было очень плохо, хотя меня бы не затопило. Ну ладно, пошли. А я думала, меня затопило бы. Это последний. Escape. Да, мы знаем, как его пройти. Мы тут долго думали, и я подумал, чтоб встать на паблик. Ну, грех не додуматься до такого. Так, теперь... Да куда ты? Все звездочки. Да не звездочки, а шестеренки это. Дубина ты тестировался. Вот, и дубину показываешь. Ну все, все. Сейчас. А, окей. Я посмотрела, какова... Ты можешь быстрее идти. Я понял. Это будет очень нелегко, но мы это сделаем. Я начал прицелиться, это тоже нелегко, понимаете. Туда, к веревке ближе. Вот, все, 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 останавливайся. Сейчас будет заставка. We got no other choice. What's that? Is somebody trying to help us? Or is it a trap? To be... Короче, остальное нам... Итак. Вот то вот еще звездочки, которые надо собрать, чтобы пройти этот левел. Должны были одну минуту дать. Да? Больше хотел. Под мой минут. Ага, часики. Да. А тут? Дай мне туда! Стой! Так, туда перенесу. Как? А, вот. Меньше 20. Сейчас мне надо вот все это собрать. Ладно, сейчас. Нет, Рестарт. Давай.
сначала выйди отсюда. Давай. Всем пока. Всем до встречи. Увидимся.